В канун Всероссийского дня семьи, любви и верности в Лакреевском лесу прошел праздник «Семья. Богатырская семья». Благо, с погодой повезло. 70 чебоксарских семей, родители вместе с детьми провели время на свежем воздухе. Василисе 3 года. Она уже учится печь пироги с мамой и кататься на велосипеде с папой. Бережное отношение к традициям – залог семейного благополучия, делится Настя, мама Василисы. Именно поэтому на праздник Петрунины пришли всей семьей. Нам очень все нравится. Игры и развлекательные, и образовательные, веселые, дружный коллектив. Много песен, много конкурсов. Участников мероприятия развлекали персонажи любимых мультфильмов «Карлсон» и «Малыш». После энергичной разминки состоялась квест-игра. Семьи пробежали по 7 станциям. Они изготавливали ромашки и куклы-обереги, вспоминали пословицы и поговорки о семье, отгадывали загадки, соревновались в ловкости и быстроте. Юлия Важенина, Дарина Игнатьева, Олег Якимов. Республика.